Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня наша встреча с вами посвящена интерстициальным пневмониям у новорожденных и младенцев. Тот, кто был у нас на циклах, тот знает, что это занятие практическое. Но сегодня, с учетом всех обстоятельств, что происходит в нашем обучении, приходится эту тему разбирать онлайн на лекции. Итак, интерстициальные пневмонии у новорожденных и младенцев. Впервые интерстициальные пневмонии были описаны Кюстером Рахитанским в 1842 году, 19 век. Но внимание клиницистов они привлекли только через столетие. Почему так? Да потому что использовали открытие вначале, потом использование антибиотиков, сульфаниламидных препаратов привело к тому, что снизилось число острых пневмоний, вызванных пневмококками и другими бактериальными инфекциями. Появились пневмонии необычной рентгенологической картины. И вот в 1946 году доктор Кляйн описал интерстициальную именно рентгенологически, потому что уже на рентгенограмме появилась специфика, то есть грубые перебронхиальные изменения, включая интерстиции. Дело все в том, что в 22-м году, текущем 22-м году, под реакцией профессора Дмитрия Юрьевича Овсянникова вышла монография. Монография по неонатальной пульмонологии. В этой монографии найдено место достаточно большой группе интерстициальных заболеваний легких у новорожденных. Эта группа чрезвычайно гетерогенна, интерстициальное заболевание легких. Это означает, что может быть задержка роста легкого, может быть нарушение синтеза сурфактанта у новорожденных. Это все интерстициальная патология. И почему называется интерстициальная? Потому что поражается не только альвеолярная ткань, но и интерстиции, окружающие альвеолярную ткань, альвеолы, и имеют место перебронхиальные интерстициальные изменения. В классификации интерстициальных заболеваний легких, которая предложена экспертами американского общества в 2013 году, среди наиболее распространенных в младенческом возрасте выделены диффузные нарушения развития легких. Я уже говорила, нарушения роста легких и так далее. И практически не выделено место, просто пропущено, как белое пятно, интерстициальная пневмония, вызванными инфекциями. Я говорю сейчас про новорожденных и младенцев. Какие инфекции вызывают интерстициальные пневмонии? Прежде всего, цитомегаловирусные инфекции. Хламидиоз, респираторный хламидиоз. Микоплазмоз. Кроме того, хорошо и достаточно давно известный пневмоцистоз. И в дифференциально-диагностический ряд, когда мы начинаем разбираться, какая тут пневмония, что этиологически значимо, конечно, необходимо включать интерстициальные изменения при легочной и смешанной форме муковисцидоза. Почему сложность диагностики этих пневмоний у новорожденных? С одной стороны, особенности самих новорожденных, особенно недоношенных, с их несформированным, ослабленным, еще несформированным и не созданным иммунным ответом, его иммунитетом. Кроме того, каждая из перечисленных инфекций, по сути, является оппортунистом. То есть ждет именно организм человека, который ослаблен. Кроме того, известные современные методы диагностики инфекций не всегда подходят к новорожденным и особенно
детям с признаками морфофункциональной незрелости, преждевременно родившимся с малой массой тела, они не всегда еще способны на синтез иммуноглобулинов класса М, то есть антител острой фазы инфекционного заболевания. И поэтому для того, чтобы поставить диагноз, у них будет ИГДЖИ, и надо дифференцировать материнские, плацентарные это иммуноглобулины или принадлежат уже ребенку, и имеют ли они значение для диагностики. На помощь приходят данные акушерского гинекологического анамнеза, клиника, которая не всегда манифестна, плюс, конечно, лабораторные исследования, прежде всего гемограмма, и рентгенологическое исследование. Как было сказано ранее, каждая из этих инфекций имеет свою рентгенологическую картину. Поэтому цель нашего сегодняшнего общения заключается в том, что мы с вами проведем анамнестические и клинико-лабораторные рентгенологические параллели на каждом из этих этапов, выделив специфику. Ну, давайте начнем с цитомегаловирусной инфекции. Известно, что эта вирусная инфекция относится к подсемейству бета-герпесных вирусов. Это герпетическая инфекция, но только не совсем то, что мы имеем в виду, не всегда совпадает с герпесом простой герпес. Итак, распространенность этой инфекции среди женского населения в Российской Федерации носителей а цитомегаловирусной инфекции 80%. Дело все в том, что носительство – это не инфекционная болезнь. Но при определенных условиях, при условиях ослабления иммунного ответа или иммунореактивности, может наступить активация вирусной инфекции. Итак, на фоне, скажем, иммунодефицитных состояний, ВИЧ-инфекции – первым оппортунистом реализуется, я говорю сейчас про материнский организм, из оппортунистов первым реализуется цитомегаловирусная инфекция. Каким же путем она передается ребенку? Ну, прежде всего, трансплацентарно. Она может попасть в организм плода через инфицированные выделения родовых путей, родового канала. Она может попасть через грудное молоко при кормлении инфицированной или больной женщины. Кроме того, она передается через экзокринные железы, в частности, слюну. Не случайно цитомегаловирусная инфекция называется болезнь поцелуев. Среди беременных признаки цитомегаловирусной инфекции бывают клинически слабо выражены. Заболевание может быть не диагностировано. Но вот Александр Павлович Кирющенко в своей монографии, она перенесла два издания прекрасные, обратил внимание клиницистов на признаки наличия в организме беременных цитомегаловирусной инфекции в форме эрозии шейки матки, неспецифических кальпитов. Итак, цервициты, кальпиты, эрозия шейки матки. Давайте вспомним, что акушеры нам с вами говорят, я сейчас обращаюсь к неонатологам. Беременность первая, не нам говорят, а беременным давам. Беременность первая, эрозия, вот родишь, а потом лечить будем. Неправильно. Существуют сегодня нетравматические методы, к которому относится, прежде всего, применение озонированного растительного масла. Любое растительное масло насыщается в колонке озону, и оно приобретает прекрасный бактерицидный эффект и реабилитационный
то есть репарсивный эффект. Итак, протекает цитомегаловирусная инфекция. На сегодня известна эта классификация, по-моему, всем. Особенно хорошо в лекциях, в докладах звучат об этом, говорил Дмитрий Николаевич Дегтярев. Дело все в том, что существуют клинические формы. Манифестные и субклинические. Манифестные включают генерализованную форму в виде ТОРС-синдрома, но это крайне редко. 1,2% всего реализуется в ТОРС-синдром. Каждый клиницист-неонатолог это знает. Но помимо то, что знает клиника ТОРС-синдрома, ранняя желтуха, тромбоцитопения, геморрагическая сыпь при рождении, гепатолинальный синдром. Но дело все в том, что существуют манифестные и локальные формы. Может быть, врожденная гидроцефалия, реже случается микроцефалия, не это неврологическая форма. Может быть, легочная форма, может быть, желтушная форма. На 4/5 врожденные гепатиты, коллеги, имеют чаще всего ЦМВ-этиологию, цитомегаловирусную этиологию. А вот субклиническая форма, почему мы сегодня говорим о необходимости параллели клинико-рентгенологической, 3/4 больных цитомегаловирусной инфекции протекают субклинически. Что это значит? Что симптоматика не специфична, таких детей много. Это плоско-весовая кривая, вялость сосания, непонятная аномизация даже у доношенных. Но какое-то не такое непонятно, что с ребенком специфика отсутствует. Итак, клиника может варьировать от субклинических вариантов до манифестных, локальных и генерализованных. Причем этот вирус, где бы он ни был, он оставляет его особенность, он оставляет кисты. Мы встречаем кисты в мозге, центральная нервная система. В легких это будет поликистоз в виде сотового легкого. В почках при генерализованной форме будет двусторонний поликистоз. Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание на то, что нужно отличать кистозную мальформацию одностороннюю, как порог развития почки, от двустороннего поликистоза. У меня была беременная женщина, вы знаете, я перинатолог с 87 года, у которой обнаружен поликистоз, у ее сестры тоже, у мамы тоже. Причем это не наследственный, это семейный очаг был цитомегаловирусной инфекции. Итак, что же мы видим? Что же мы видим на рентгенограмме при цитомегаловирусной инфекции? Я вам показываю рентгенограмму. Классическая, присмотритесь, классическая сотовая или сетчатая легкая. Тотально все легкое. Сетка. Этот ребенок имел клинику гепатита. Причем рентгенологическая картина, уважаемые коллеги, опережает клинику. Бронхолегочного процесса у него еще не было. Но сочетание гепатита, наличие рентгенологической картины в виде сетчатого или сотового легкого. Косвенный признак в анализе мочи – наличие почечного эпителия в большом количестве. Это косвенный признак, означает, что внутриклеточно кто-то живет, в частности, цитомегаловирусная инфекция. Нам позволили этому недоношенному ребенку поставить генерализованную форму. Итак,
каким образом мы дифференцируем и подтверждаем клиника, анамнез, преждевременные роды, раз, у мамы эрозия шейки матки нелеченная, а лечить ее озонированным маслом можно было бы и в начале беременности, отягощенный акушерский анамнез, клиника, преждевременные роды, гепатит, мочевой синдром и рентгеновская картина подтверждаются использованием полимеразной цепной реакции, но ПЦР не позволяет отдифференцировать носительство от активной, от инфекционного процесса острого. Но обнаружили. А вот что касается иммуноферментного анализа, коллеги, может быть, у доношенных подтверждается обнаружением иммуноглобулинов класса М в повышенном содержании, а ИГГ тоже высокие. Но дело все в том, что преждевременно родившиеся детки, они могут быть не способны на синтез ИГМ. И поэтому, если в лабораторных показателях иммуноглобулины G очень высоки, выше референтной величины, то стоит на протяжении, через 2 недели повторить. Это означает, если они падают, ИГГ, они материнские, они имеют период полураспада, 10 дней. Если они нарастают, то это антитела памяти, и они подтверждают, пускай субклиническую, неманифестную форму цитомегаловирусной инфекции. В чем состоит профилактика? Понятно, что это обследование беременных женщин, лечение эрозии и неспецифических кольпитов. Хочу еще отметить, это то, что касается именно особенностей этого вируса. Не забывайте, пожалуйста, что цитомегаловирус имеет тропность еще к бета-клеткам островков Лангерганса поджелудочной железе. И поэтому мы можем увидеть гипергликемию. Не всегда, но очень часто именно этот вирус вызывает вторичный постинфекционный сахарный диабет. Итак, что же с ребенком потом? Если у него мы ведь не вылечиваем, а мы приводим в спокойный период. Дело все в том, даже имея морфологические изменения интерстициального характера на рентгенограмме, которые опережают клинику, именно этот ребенок попадет на первом и втором году жизни в группу часто болеющих с рецидивирующим обструктивным синдромом, где нужно будет дифференцировать цитомегаловирусную инфекцию, запятая, дифференциально-диагностический ряд, муковисцидоз, потому что при муковисцидозе также имеет место кистофиброз поджелудочной железы. И дифференцировать возможно, если ребенок недоношенный, длительное время находился на искусственной вентиляции легких, включить дифференциальный диагностический ряд, еще и пневмоцистоз. У ребенка может быть зарегистрирована и задержка физического развития. Итак, запомните, при цитомегаловирусной инфекции мы потом сравним все рентгенограммы. Сотовая или сетчатая легкая. Это описано. Терапию я не разбираю, она ведется по протоколу. В национальном руководстве есть терапия, был бы диагноз, терапия будет. Давайте разберемся с таким заболеванием, как хламидиоз. Это антропозоонозное инфекционное заболевание, возбудителем которого является хламидия,
представлены четырьмя видами хламидий. Хламидия трахоматис, хламидия пневмония, пситоци и хламидия пикорум. Изучение хламидии начато в первом десятилетии прошлого столетия. В 1907 году Провачик и его же коллега Гальберштер обнаружили цитоплазматические включения сосковых эпителий у больных трахомой. В 30-м описан возбудитель орнитоза, хламидия пситоци. В 3-м в роду хламидий была описана, это 60-е годы прошлого века, хламидия пневмония. И только в 1994 году обнаружили хламидию пикорум. Хламидия трахоматис и хламидия пневмония являются патогенными для человека. Именно они для человека наиболее опасны. По размерам хламидийная клетка занимает промежуточное положение между вирусами и бактериями. В чем особенности хламидия пневмония, как и других, существует хламидия в двух формах. Первое. Элементарные тельца и ретикулярные тельца. Они чередуются в двухфазном цикле развития. Сейчас я подчеркиваю очень важный момент, что хламидия имеет тропность к цилиндрическому эпителию. Это внутриклеточный возбудитель, к эпителию, который выстилает бронхиолы, бронхи, выстилает урогенитальную сферу. Поэтому клиника очень полиморфна. И наиболее подробно описан хламидиоз по существующим публикациям, именно урогенитальный хламидиоз. Больше уделено внимание урогенитальному хламидиозу, конечно, у взрослых. А по респираторному хламидиозу, особенно у новорожденных и младенцев, исследований и печатных работ, и она недостаточна. Хламидия трахоматис у младенцев и детей первых двух месяцев вызывает около 10% интерстициальной пневмонии. У детей раннего возраста, которые госпитализируются с пневмонией, доминирует значение как этиологический фактор в респираторном хламидиозе уже хламидия пневмония достигает 22,7%. Это исследование, это диссертация Ксении Анатольевны Охлопковой. Высокий процент. Пути заражения разнообразны. У женщин фертильного возраста ведущий, конечно, хламидия относится к инфекциям, передающимся половым путем. Может быть, воздушно-капельный путь заражения. Но я ваше внимание обращаю на то, что не всегда нужно рушить семью, что это полученная половым путем инфекция. Описан бассейновый путь передачи. И в нашем опыте эти наблюдения есть. В одном из городов страны оказалось, что искусственные водоемы в 87% содержат хламидии. Поэтому могут получить эту инфекцию от матери антенатально и интранатально путем контакта с родовыми путями и во время аспирации околоплодных вод путем заглатывания в вагинальной слизи. Если мама нездорова и является больной хламидиозом, если она не пролечена, то до 30% развивается
У детей конъюнктивиты и до 20% пневмонии. Причем трахоматоз, хламидия и пневмония имеют общие в структуре, морфологической структуре. И поэтому, как правило, начинается с конъюнктивита, текущего долго, длительно, до 2 недель. А на 3-4 неделе жизни, к концу 1 месяца жизни, развивается пневмония. Инфекция носит врожденный характер, а реализация осроченная и конъюнктивита, и пневмонии. Уважаемые коллеги, давайте остановимся на особенностях хламидии. Это нужно знать любому клиницисту. Прежде всего, хламидии индуцирует слипчивый процесс. Почему? Хламидия инактивирует слипчивый процесс ресничатого эпителия, конъюнктивы глаз. Кроме того, и именно поэтому конъюнктивит. Вот собираетесь ребенка на 3 сутки выписывать, приходите, а он глаз разлепить не может. Белый гной. Кроме того, в акушерском анамнезе у этой женщины уже зарегистрирована внематочная беременность или бесплодие. Почему бесплодие? Да потому что слипчивый процесс ресничатого эпителия. И поэтому оплодотворенная яйцеклетка не прогоняется сквозь трубу. Внематочные беременности, бесплодие регистрируется, хронические сальвингоафориты у женщин. То есть надо запомнить, что хламидия вызывает телеостаз именно ресничной эпители, слипается, слипчивый конъюнктивит. Но все это мы, это все понятно, это нужно знать, если раз спросить. Кроме того, можно подумать, не будет ли у ребенка хламидиоза, если знать, что радикулярные тельца имеют сферическую форму. И если в выписке из роддома написано, что во флоре влагалища у мамы грамотрицательные коки, которые в основном грамположительные, подумайте, а не ли переходная стадия это хламидий в своем развитии. Итак, очень важное свойство хламидии еще одно. Она является слабым иммуногеном, то есть слабо иммунокомпетентна. Поэтому врачи-клиницисты сталкиваются с тяжелой клиникой дыхательной недостаточности у новорожденного, если ребенок получил инфекцию в родах, скажем. А гемограмма не реагирует. Резко воспалительных изменений в лейкоцитарной формуле нет. Нет высокого лейкоцитоза, нет нейтрофилеза, тем более сдвига влево. А что есть, может быть эозинофилия. От 12 до 15%. То есть гемограмма не носит признаков воспалительной реакции. Запомните эти ножницы. Тяжелый ребенок вплоть до реанимации – у него показания даже к искусственной вентиляции легких, а кровь не реагирует. Вот эти ножницы заставляют нас подумать, нет ли тут специфики, и не надо ли ребенка обследовать на ту или иную инфекцию. Несмотря на частоту интранатального инфицирования, я уже повторяюсь, но это очень важно, это отсроченные и конъюнктивиты, и пневмонии. В чем особенность клиники? Поначалу хламидийную пневмонию трудно отличить от типичной вирусно-бактериальной. Начало стандартное. В
форме назофарингита, трахеобронхита, ларингита на фоне субфебрильной температуры. Малопродуктивный кашель, скудные физикальные данные при аускультации. Более старшие дети могут жаловаться на боли артралгические, это очень важно, суставные боли, миалгические боли. А вот у новорожденных младенцев спецификой респираторного хламидиоза является тахипноя. Высокая дыхательная недостаточность, снижение коллеги сатурации кислородом. Кроме того, дети имеют периоральный цианоз, а могут иметь и тотальный. Диагностика затруднена почему? Являясь внутриклеточным возбудителем, хламидии не обнаруживаются ни при микроскопии мазка мокроты, окрашенного по грамму, ни при бактериологическом посеве. Бесполезно. На чем основывается диагноз? Отягощенный акушерский гинекологический анамнез. Особенности клинико-рентгенологических данных, сейчас я их покажу. Серологически можно обнаружить, затем ПЦР и, конечно, при иммуноферментном анализе. Обратите внимание, это тоже специфика хламидиоза. Обнаруживают высокий уровень иммуноглобулинов А, который является критериями нарушения местного иммунитета. Это же в покровном эпителии цилиндрическом сидит хламидия, размножается. ИГМ в малом количестве, ведущие иммуноглобулины А. Посмотрим рентгенограмму. При респираторном хламидиозе пневмония как интерстициальная. Обратите внимание, я показываю ребенка в одномесячном возрасте. Он поступил в стационар не по пневмонии. Это был середина 90-х, когда было поветрие игнорировать стационары, рожать дома. Мама была медиком, взрослым. Папа был занят продажей лекарственных средств, был бизнесменом. Роды домашние. Дело все в том, что ребенок был на грудном, а в семейном анамнезе регистрируется алактазия, полное отсутствие фермента лактазы. Мать не переносила даже миллилитра грудного, простите, нативного молока, но ее заставляли якобы ради лактации пить молоко. На грудном у ребенка была бродильная, трескучая диарея, потеря массы минус 800, но принесли, уговорили поступить в стационар опять не по пневмонии, потому что это были уже косточки. Гипотрофия приближалась к ахексии, но косточки были от цианоза черные. Тахипноя такой силы, что ребенку потребовалась искусственная вентиляция. В анамнезе у мамы хронический сальпингофорит, вульвовый генит и рентгенологическая картина. Посмотрите, он поступает в конце новогодних праздников, когда еще возможно и лабораторная, не вся лаборатория работает. Не на всех можно, не всегда можно провести иммуноферментный или ПЦР-исследование. Перед вами картина острого хламидиоза заключается в следующем. Классическое, тяжелое интерстициальное воспаление характеризуется грубыми перебронхиальными изменениями, настолько выраженными, что тень сердца перекрыта. Имитируется гипоплазия полостей сердца. Я назвала корни яблони, каждый может назвать по-своему. Но именно тени сердца не видно. Посмотрите разницу. На макролидах через 10 дней
У ребенка динамика, но динамика и в клинике. Кроме того, я рядом показываю рентгенограммы другой девочки двухмесячной, но она была настолько худа, что ее положили в отделение патологии новорожденных. Посмотрите, похожа картина. Она настолько была тяжела по дыхательной недостаточности, что постулила 31 декабря в стационар, госпитализированный. На рентгенограмме легких та же самая картина. Тени сердца не видно. Вот это классика интерстициального воспаления при хламидиозе, надо запомнить. Кроме того, учесть, что роддом здесь никакого вклада, я говорю про первую рентгенограмму, не вносил домашние роды. Поздний затяжной конъюнктивит и вот такая дыхательная недостаточность. Мы сохранили грудное молоко, потому что сегодня существует продажа лактаза, который назначают ребенку перед актом питания. Он прибавил 800 грамм и ушел. Но семье не повезло, потому что родилась девочка с цитомегаловирусной инфекцией, неврологической формы, прогрессировала гидроцефалия, и те современные на то время иммунопрепараты эффекта не дали. Родители благодарны за спасение первого сына. У той и другой, у того и другого ребенка, чьи рентгенограммы легких перед вами, спокойный анализ крови. Состояние крайне тяжелое, а гемограмма воспалительными изменениями не реагирует. Только при хламидиозе такая картина. Итак, уважаемые коллеги, я опять не останавливаюсь на терапии, но хочу сказать, что хламидии поддаются на сегодняшний день препаратом из группы макролидов раз и из группы фторхинолонов. Ну, конечно, фторхинолоны назначаются off-label, консультативно. А обязательно терапия. Вначале мы применяем чаще всего эритромицин внутривенный на неделю, но он болезненный. Долечиваем другим препаратом, иммунотерапия и непременно иммуноферментный контроль за эффективностью. В чем заключается профилактика? В ранней диагностике этой инфекции у беременных женщин, лечение при обнаружении хламидиоза по окончанию первого триместра, опять макролиды, начиная с 15-16 недели. Макролиды не обладают ни токсическим, ни тератогенным, ни мутагенным эффектом. Кроме того, на вопрос, можно ли мне в бассейн ходить беременной, я, как обычно, отвечаю. Отвечаю, вот родите, откормите, а потом делайте с собой что хотите. Ходите куда угодно. Приведу еще один клинический пример, уважаемые коллеги, потому что именно клиника запоминается. Провела я сейчас о бассейне пример. Родили мы, я как перинатолог, зная все проблемы этой женщины во время беременности, родили девочку здоровую. И вот они ко мне приходят. По установке я обычно до 3 лет официально наблюдаю, но они приходят даже перед поступлением в институт. Получается, основа семейного врача. В 5 лет мама приводит девчушку с жалобами на изменившееся поведение. Она стала пугать детей в детском саду тем, что оттягивает веки, таращит глаза, делает страшилки. Изменилось поведение. Кроме того, в общественных местах, на улице, когда она идет за руку с мамой, она неожиданно останавливается,
резко останавливается, поднимает то одну ножку, постоит, как балерина, потом другую, движется дальше. С жалобами пришли к участковому доктору. Доктор ответил, что это невроз, мама, вам тоже лечиться надо, вы слишком возбуждены и так далее. Я хочу сказать, когда мы не знаем патологии, лучше сказать, я подумаю, я посоветуюсь, мы пообследуем. Они пришли к неврологу, тоже невротическая поставили реакцию. Но почему она таращила глаза? Это то, чего не может сделать новорожденный. Они у нее глазки, веки слипались. Был слипчивый конъюнктивит. Она их оттягивала, чтобы видеть. Почему поднимала ножки, губы, половые губки слипались, и ей было неловко идти. Обследовали всю семью в институте Гамалеи. Не у папы, не у мамы, а у ребенка хламидиоз. Она ходила в бассейн. Москва. Итак, при острой фазе хламидиоза, благодаря тяжеленным перебронхиальным изменениям интерстициального характера, скрывается, за этими изменениями скрывается тень сердца, имитируя гипоплазию полостей. Следующая инфекция. Следующая инфекция – микоплазмоз. Человек является естественным хозяином для 16 штаммов микоплазмоза. Микоплазмопневмония относится к роду микоплазмы, семейству множественного микоплазма ТАЦ, классу тоже определенного молекутас. Эта инфекция занимает промежуточное положение между вирусами, бактериями и простейшими. Чем отличается от вирусов? Тем, что не содержит ДНК и РНК. От бактерий, чем она отличается? У нее нет ригидной наружной оболочки у микоплазмы. Есть только трехслойная цитоплазматическая мембранка. Она приобретает разные виды колоний в зависимости от локализации. Именно микоплазма. По-моему, открываются все новые штаммы этого заболевания. Итак, большой полиморфизм клеток. Она плотно прикрепляется в организме человека к мембране эритроцита, клеток ресничатого эпителия, бронхов, маточных труб. Установлено, что микоплазмоз обладает способностью гемоадсорбции, приводит к гемолизу, может приводить к гемолизу. А что это означает? Развитие тяжелой интоксикации. Размножается внутриклеточно, вызывая серьезные изменения в метаболизме клетки, в частности, нарушает синтез белка, нуклеиновых кислот, формирует новую генетическую информацию. Как передается микоплазмоз? Путь может быть половой, восходящий, гематогенный, транслокационный от органа к органу. Половой является ведущим. Заболевание матери преформирует микоплазмоз внутриутробный. Исследование сотрудников НИИ охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге показали, что у плода микоплазма вызывает поражение, имеет тропность к альвеоцитам второго типа, которые ответственны за синтез сурфактанта. Поэтому, уважаемые коллеги, клиницисты,
Если вы увидите даже у доношенного клинику РДС первого типа, прежде всего исключайте микоплазмоз. Такой степени дыхательной недостаточности, это как у недоношенного, преждевременно родившихся, показания КВЛ. Характерно вязкая, тягучая, прозрачная мокрота. Характерен мигрирующий характер хрипов. Утром слышим снизу, через 2 часа можем услышать в другой доле. Или через какое-то время с изменением положения пациента. Заболевание протекает тяжело. Интоксикация на первом месте. Отказ от еды. У маленьких протекает с высокой лихорадкой. Ох, простите, что я забыла сказать, что при цитомегаловирусной инфекции у младенцев регистрируются периодические подъемы гектической температуры от 3 до 5 дней. Так вот, и микоплазмоз протекает с лихорадкой. При этом кровь не реагирует. Микоплазма также слабо иммунокомпетентна. Но я обратила ваше внимание, что любой штамм микоплазмоза, уважаемые коллеги, даже уроплазма может вызвать РДС первого типа, потому что тропный кавиоцитом второго типа. Поэтому мы не можем согласиться с теми акушерами, которые считают, в частности, уроплазмоз условно-патогенной флорой. Не может быть условно-патогенной та, которая приводит к мертвому рождению, преждевременным родам, особенно та, которая разворачивает бронхолегочный процесс в рамках РДС первого типа. Она не может быть условно патогенной. Не находит отражения тяжести состояния в лабораторных параметрах, в гемограмме. Лейкоцитоза нет, нейтрофилеза нет. Кроме того, назначенные антибиотики из группы цефалоспоринов, пенициллинов, аминогликозидов, и карбапенемов и так далее приводят к затяжному течению пневмонии, то есть неэффективны. Это тоже в пользу специфической этиологии пневмонии. Что из себя представляет рентгенограмма? Посмотрите, пожалуйста. Я показываю ребенка, которого мы боялись деструкции. Он лихорадил до 39, а кровь не реагировала, пока не догадались обследовать. Все, что я вам сегодня показываю, все снимки просмотрены Нелли Николаевной Никитиной, царство ей небесное, рентгенолог-пульмонолог, которая была настолько... имела такой опыт именно по бронхолегочным процессам, именно у новорожденных и младенцев, и говорила, что это то, что я ей демонстрирую, классическое интерстициальное воспаление. Итак, на рентгенограмме мы с вами видим особенности. Грубые, вниз направленные перебронхиальные изменения. Кроме того, расширенный корень с обеих сторон. Но при корневых пневмониях, вы все знаете, не существует. Там нет альвеолярной ткани, там только сосуды, бронхи. И там лимфоузлы. Так вот, при микоплазмозе характерно поражение лимфоузлов корня легкого. Эти лимфоузлы при микоплазмозе напоминают тупые треугольники. Кроме того, как сказали слушатели, они напоминают вниз, как перья птицы, и острое вверх крыло. Можно сказать, крыло птицы напоминает, или расстегнутая бурка. Это специфика. Вот после повторных длительных рентгенограмм, потому что боялись деструкции,
и доказав, что это микоплазмоз, показываю снимок, когда уже идет просветление корня. Воспалительный процесс лимфоузла купируется. Итак, отягощенная акушерски она у нас. Клиника, интоксикации, мигрирующий характер хрипов, я повторяюсь, крепитирующих хрипов, спокойная кровь и специфическая рентгенограмма. Конечно, подтверждаем объективно только иммуноферментом и ПЦР. ИГМ подтверждает остроту течения инфекционного процесса. И назначаем лечение. Диагноз подтвержден. Опять макролиды, опять фторфенолоны. Но у более старших детей клиника дополняется. Во-первых, у более старших поражаются, может быть, панссинуиты или синусит, гаймориты. На рентгенограмме снижение пневматизации, но без гноя. Пункция не подсказывает, что это гнойное воспаление. Хронические отиты, фронтиты, головные боли. Совсем у более старших синдром хронической усталости, такая интоксикация. Взрослые говорят, ноги не идут. Вот мне 8-летняя еще пожаловалась на приеме девочка. Простите, это ее слова. Доктор, у меня сопли во рту. Это означает, что периодически, но довольно часто, по задней стенке глотки, особенно утром, падает на корень языка масса. Она вызывает даже рвотную реакцию. Вот эта трясущаяся масса, которая, если ее посмотреть в носовом платке, она будет тягучая, сестры говорят, на метр может тянуться. Вязкая мокрота. Терапию мы сказали с вами. Она сегодня есть в национальном руководстве. Профилактика заключается лечение микоплазмоза у женщины беременной, а лучше включать лечение и диагностику, програвидарную подготовку. Лечить надо, чтобы плод не пострадал. Те же самые екатеринбуржцы показали, что страдают не только львиоциты второго типа, страдает плацента. Размножается микоплазма в плаценте, вызывая ее недостаточность и все соответствующие последствия. Поэтому давайте рассчитывать на превентивные мероприятия. Следующая инфекция, как обещано, мы поговорим о пневмоцистозе. Что такое пневмоцистоз? Он вызывается пневмоцистой коринии. Этот возбудитель относится к группе паразитарных инфекций, хотя имеет определенные общие свойства и с микотической инфекцией, но лечится антипротозойными препаратами. Это условно-патогенная флора, и поэтому активно она себя ведет и размножается, и действует в условиях ослабленного организма. Условно-патоген – это означает, носителей достаточно, и можно получить, естественно, в окружающей среде. Но опасна эта инфекция, особенно тем, у кого имеет место не только иммунопатия, но и иммунодефицитное состояние. Опасны те, кто болеет ВИЧ-инфекцией. В группу риска по пневмоцистозу войдут преждевременно родившиеся дети, у которых развилась клиника РДС и потребовалась искусственная вентиляция, особенно затяжная. Объясню позднее, почему. Во-первых, дети с морфофункциональной незрелостью, детки, которые получают длительную, обоснованную, я понимаю, кортикостероидную терапию, последняя обладает иммуносупрессивным эффектом. Кроме того, надо знать, что она очень часто бывает госпитальной, потому что
трудно ее отмыть от инструментария. Она крепко прилипает, не отстает даже при замачивании. Нужно, естественно, каждый инструмент потом оттирать, но это ненадежно, не стопроцентная эффективность. Почему приветствуется инструментарий одноразовый? Кроме того, пневмоциста коренья, ее свойство заключается в том, вообще при электронной микроскопии это очень красивый возбудитель, но паразит страшный. Пути заражения могут быть и воздушно-капельными от человека-носителя, через дыхательные пути возбудитель, вот это очень важное его свойство, через верхние дыхательные пути возбудитель проникает через бронхиолы, бронхи. Тропность имеет только к альвеолярной ткани. Поэтому ни почки, ни центральная нервная система, ни кожа, другие системы не страдают. Если вы говорите пневмоцистоз, это означает, что это пневмоцистная пневмония. Она выключает альвеолу, и заполняя ее из акта дыхания. Соседняя раздувается компенсаторно, эмфизематозно, может лопнуть. Кроме того, свойство пневмоциста внутри альвеолярно подавляет фермент эластазу. Она тоже становится хрупкой, заполненная альвеолой. Она вызывает именно ингибицию фермента пневмоциста коренья. Поэтому процессу бронхолегочного пневмонии интерстициальной сопутствуют еще частичные пневмотораксы. В итоге проходящих процессов мокрота при пневмоцистозе содержит воздух, носит пенистый характер. В связи с поражением интерстиция при пневмоцистной пневмонии морфологическим субстратом, я имею в виду секционное исследование, будет хрустящая пенистая легкая, что было спецификой при вскрытии пациентов, умерших клиникой дыхательной недостаточности при групповых заболеваниях. В общем-то, сегодня есть хорошие методические рекомендации по пневмоцистозу, но я напомню, что именно Чех Гоуштек в свое время изучал пневмоцистоз от инкубационного периода до стадии, которую инфекционный процесс претерпевает. Инкубация составляет от 8 дней до 8 недель. Это означает, что может встретиться с пневмоцистозом и неонатолог, и педиатр. Далее следует три последовательные друг за другом фазы. Что включает и чем характеризуется первая стадия или первая фаза? Она носит название инфильтративной. Она длится в течение недели. И она включает следующую симптоматику. Прежде всего, отказ от еды, снижение аппетита, нарушение фазовости сна, ощущение дискомфортного поведения, какое-то непонятное, непродуктивное покашливание, субфебрилитет. Я вам показываю рентгенограмму первой стадии. Обратите внимание на снимок. Нижний отдел и повышенная пневматизация в легких. Я специально выбрала асимметричный снимок, чтобы показать вам правое легкое. И уже начинается снижение пневматизации верхних апикальных отделов. Еще бы 2-3 дня этот ребенок пришел с жалобой, естественно, материнской жалобой. Почему не ест? После занятия с курсантами в поликлинике, там вот ассистент работает. Я говорю, чтобы дать ответ, почему ребенок не ест, надо на него сначала посмотреть, согласный, тонкий или толстый, раскрыть ребенка. Я его раскрываю, а он у меня необычно задышал. Я спрашиваю: мама, а когда же он так начал дышать? Не заметила.
Вчера так не было. Еще бы 2-3 дня, и он был бы в стационаре, потому что у него родилась бы вторая стадия под названием ателектатическая. Клиника, как правило, требует госпитализации, потому что имеет место поверхностная, можно сказать, мерцающая одышка. Идет стяжение только нижнего межреберья. Верхние отделы опекальные вздуты. Ребенок не преобладает экспираторный компонент одышки. Он выдохнуть ему трудно. Грудная клетка вздута, особенно опекальная. Два таких заметных вздутия. Если при патологии сердца может быть сердечный горб, то здесь с обеих сторон верхушки легких. Преобладает экспираторный компонент. Выслушивается с обеих сторон крепитирующие хрипы. Что интересно, перкуторно. Я обычно в таких случаях использую непосредственную перкузию. В нижних отделах будет высоченный тимпанит. Вы двигаетесь пальцем кверху, будет укороченный тимпанит в верхних долях легких с обеих сторон. Цианоз. Или периоральный, но при ателектатическом может быть. Это серо-синие дети, разлитой цианоз. Что же на рентгенограмме в таком случае? Вот этого ребенка нужно хоть один раз увидеть, но я не сказала, что у них своеобразный приступообразный кашель. Кашель, когда на губах будто бусинки, пенистая мокрота. Это воздух. Это характерно для пневмоцистоза, я патогенез рассказала. На рентгенограмме эта картина описана. Называется раздерганная вата или бабочка. Вспоминайте, когда мы раньше турунды делали, до существования разных фирм, которые сейчас это производят. Палочки, турундочки и так далее. Вы раздергиваете кусочек ваты, она не бывает одинаковой плотности. Тут дырка, здесь плотно. Вот так же и на рентгенограмме. Посмотрите, в правом легком реторта. Это частичные пневмотораксы. В левом легком, в верхней доле, посмотрите, какая була. И вот эти участки повышенной пневматизации чередуются с уплотненными участками, с забитыми пневмоцистой корений. Всегда признаки частичного пневмоторакса. Если на этой стадии ребенок выживает, но лечится не совсем адекватно, то формируется третья стадия под названием эмфизематозная, когда из-за развития хронической эмфиземы у ребенка, как у взрослого курильщика, при любой физической нагрузке, даже у годовалого, полуторагодовалого, двухлетнего, возникает тахипноя. С этой жалобой приходит, что же он как старичок. Чуть побежит, уже задыхается. Гемограмма без воспалительных изменений. На рентгенограмме вам может показаться, что это кардиомегалия. Уважаемые коллеги, это не кардиомегалия. Это тень сердца, покрытая двумя долями тимуса. Это тимомегалия. В ответ на хроническую инфекцию, на антигенную нагрузку. Надо сегодня регистрировать на компьютерной томографии, регистрирует интерстициальный характер нарушений. Признаки хронической эмфиземы. На этой стадии пациент попадает в группу больных с хронической патологией легких. В чем заключается? Как подтверждается диагноз? Если ребенка не лечили антипротозойными препаратами, то на первой стадии, которую я вам демонстрировала, рентгенский кабинет поликлиники до 2 часов. Он не леченый, он только еще не... У него первая инфильтративная фаза. Можно надавить на корень языка, получить мокроту и под микроскоп. При обычном увеличении, даже без окраски,
вы можете обнаружить возбудителя. Но чаще всего имеет место патологическая практика. Если раньше, я на поликлинической кафедре работала, в поликлинике, бисептольчик на 5 дней. Подлечиваем мы такой практикой, но мы не лечим детей, подлечиваем. И тогда уже вы не найдете при микроскопии в мокроте. Нужно смотреть лаважную жидкость. Нужно смотреть опять ПЦР и иммуноферментный анализ, доказывая остроту течения процесса, вызванного пневмоцистой корении. В чем заключается лечение? Лечение опять методически с использованием, прежде всего, препаратов антипротозоидного действия. К ним относятся независимо от возраста. Относятся сульфаниламиды, нитрофурановый ряд, трихопол, метроджил. Используются при лечении пневмоцистоза. И обязательно под контролем вылечивания. В чем заключается профилактика? Можно включать обследование медицинского персонала родовспомогательных учреждений и второго этапа выхаживания новорожденных. Минимизировать многоразовое использование инструментария, отдавая предпочтение, конечно, одноразовому применению. И помнить, что у детей из группы риска по пневмоцистозу может быть тяжелые последствия, вплоть до летального исхода. Дети при пневмоцистозе, особенно на стадии аталектатической, имеют место групповые заболевания в одном боксе, в одной палате, когда ночью не хватает рук, не хватает интубационных трубок, один дежурный врач. Вот так я чуть не потеряла дружбу с Александром Ильичем Хазановым. Когда пришла к нему в гости в больнице имени Раухус, вы помните этого автора, великого доктора, специалиста по недоношенным детям, спросила про пневмоцистоз, он говорит, еще одно слово, и дружба врозь. Он потерял за одну ночь несколько детей, а он зав. Отделением. Поэтому помнить про пневмоцистоз, видеть его на рентгенограмме легких разные стадии, знать анамнез, где, как долго находился он на госпитализации, и что дома, и так далее. Соответственно, минимизируйте само заболевание в таком случае. Давайте, коллеги, посмотрим еще один снимок, который принадлежит ребенку из другой, когда-то мы были союзом другой республики. Речь пойдет о легочной форме муковисцидоза. Это не инфекционное заболевание, это наследственное заболевание. Оно сейчас относится к числу распространенных, ибо регистрируется с частотой 1 на 10 тысяч новорожденных. Патология отличается и длительным прогрессирующим течением, инвалидизирующим течением самого заболевания, потому что именно мутация предопределяет первичное интерстициальное поражение легких, кистофиброз поджелудочной железы. Я не перечисляю формы, сегодня их добавилась еще одна. Мекониальный илиус новорожденных, кишечная форма, легочная форма, смешанная форма, цирроз печени плюс дистрофическая форма. Вот их сколько на сегодняшний день. Они тоже, это заболевание описано в национальном руководстве и по неонатологии, по педиатрии. Но я вам показываю снимок ребенка, отец которой уже имел до этой девочки, имел трех детей с подтвержденным муковисцидозом,
коллеги независимые наследования признаков. Третий закон Менделя. Никто не знает, несмотря на рецессивный тип, аутосомно-рецессивный тип наследования, могут быть исчезаются и такие семьи, подряд рождаются. Какой-то будет через одного. В третьей семье ни один не родится, только будет где-то у внук. Независимое наследование признаков. Малопродуктивный кашель. Малая мокрота. Но ребенок на стадии нарушения, в состоянии нарушения нутритивного статуса. Там будут свои подходы. Опять уже хорошие диссертации пишутся на эту тему. Но рентгенограмма остается прежней. Посмотрите, пожалуйста. Эта картина описана. Называется «Грубые интерстициальные изменения приводят к какой картинке? Падающий снег или снежная буря?» Когда интерстиции прослеживаются аж до плаща легкого. Тотально. Тут уже не спутаешь, тут даже, посмотрев на самого малыша, плюс рентгенологическая картина, говорит о диагнозе. Классификация и рекомендации, но всегда при цитомегаловирусной, которая тоже имеет тропность к поджелудочной, у часто болеющих, рецидивших у детей с рецидивирующим обструктивным синдромом. А может быть, не сделали, у нас есть места, коллеги, есть места, где еще нет скринирующей программы новорожденных. Такое место – Приднестровье, они приезжают к нам учиться, и такое место – Байконур. Мы арендуем территорию, там есть тоже медицинская служба, но скрининга там нет. По сведениям доктора-слушателя на наших циклах, на нашей кафедре. Поэтому в итоге посмотрите все снимки острого периода цитомегаловирусной, респираторного хламидиоза, микоплазмоза, пневмоцистоза и муковисцидоза. Они перед вами. Все перед вами. Они все разные. Поэтому помощь при невозможности, скажем, в Новый год, или лабораторию еще не открыли, или уехали куда-то далеко и нет возможности обследовать, рентгенологическая картина и клиника, и плюс хорошо собранный, обязательно, непременно собранный анамнез, и акушерский, или гинекологический, и семейный в том числе особенно, помогает диагностике заболеваний. Все разные. Одно легкое, сетчатое или сотовое. Второе, когда перекрываются полости сердца грубым интерстициальным воспалением хламидиоз, при микоплазмозе, я повторяюсь, особенность, специфика не только клиники, но плюс прикорневые зоны, тупые треугольники или крыло птицы или расстегнутая бурка или раздерганная вата при пневмоцистозе или бабочка. И муковисцидоз характеризуется снежной бурей на рентгенологическом снимке. На рентгенском снимке, правильно сказать. Спасибо вам за внимание. Всего доброго.